Всем привет, с вами я, Ася, и сегодня у нас опять распаковка чемоданчика с сюрпризом. И давайте начнем. Сегодня у нас чемоданчик достаточно большой, но большинство игрушек тут не запаковано. Но все равно, давайте начнем. Начнем мы с вот такого йогурта Kids World. Это йогурты с сюрпризом. Я подсела на них просто очень сильно. Я начала их активно покупать, и мне они очень нравятся. Это чешские йогурты, в данном случае это йогурт шоколадно-ванильный с цыпленком. Вот тут у нас игрушка, тут сам йогурт. Ну, это даже пудинг больше. Они есть совершенно разных видов, но вот сегодня я купила такой. Давайте начнем. Так как коллекции, которые идут в киндерах, мне сейчас не особо нравятся, я жду лета, когда будет Angry Birds и Миньоны. Так. Цыпленок! Вот у нас пустая капсула. Тут у нас йогурт. И давайте его откроем. Так. Так, вот такой вкладыш. Как я и думала, в яйцах с кроликами и в яйцах с цыплятами идет одна и та же коллекция. У меня было яйцо с цыпленком, а вчера я купила с кроликом. Вчера мне попался вот такой зайчик, а сегодня вот такой цыпленок. Вот он. Мне очень нравится в этих фигурках то, что они пол... не пол, а как это назвать? Короче, они тяжеленькие, потому что внутри они тоже забиты пластмассой, можно сказать так. Они очень классно прокрашены, они очень хорошего качества, и фигурки действительно стоящие, они хорошо сделаны. Никогда из фигурки ничего не торчит, фигурка очень хорошая. Дальше распакуем вот такой вот набор со смурфиками. Я его купила в магазине XS Toys, XS игрушки, за 179 рублей. До этого он стоил 293. Вот фирма. Вот тут два смурфика. Вот сзади вся деревня смурфиков. И вся коллекция. Давайте откроем. Я открою за кадром, чтобы ничего постараться не порвать. Так как я не хочу как-то рвать. Так. Как бы так открыть-то? Поэтому открыла я примерно вот так вот. Вот, видите, я тут обрезала. Хотя можно было и так аккуратно открыть. О! Вот, у меня осталась задняя цельная картонка. Так, достаем оттуда смурфики. Бумажка. Вот тут бумажка какая-то. Вот тут написано смурфики. Тут у нас идет Криди смурф и просто смурф. Вот. И вот у нас два смурфика. Так. Сейчас я отрежу их. Так, и вот первый смурфик. Как я думаю, это либо весельчак, либо просто смурф. У него крутится рука, вторая рука, ноги не крутятся, и крутится голова. Вот такой очень хорошо прокрашенный смурф. Он очень классный, смотрите, как... Он красиво выглядит. Я очень люблю смурфиков, и поэтому этот смурфик это просто для меня радость. А второй смурфик это вообще просто мечта. Опять-таки у него крутится голова, крутится рука, крутится вторая рука. Но это смурфик обжора. Он в фартучке, в руке он держит нечто похожее на тортик, ну кусочек чизкейка, либо тортика. И он весь обмазан в шоколаде. И он жует, у него такие щечки красивые. Вот такие две просто шикарные фигурки.
Они очень хорошо сделаны. Все очень хорошо прокрашено. Сами фигурки не пахнут дешевой пластмассой. И вот снизу у нас такие лейблы. Вот. Игрушки 2009 года изготовления. Дальше мы раскроем с вами шоколадное яйцо. Оно сначала стоило в Ашане 40 рублей, а сейчас оно стоит 17. Тебе с любовью. Я не знаю, что там, шоки-токи. Вот такое вот яйцо. Я думаю, что там лапусики. Я этого хочу. Большой шоколад. Капсула. Та-да-да-дам. Пазл. А во втором я очень надеюсь, что там не пазл. Пазл. Дурацкие яйца. Мусор. Просто мусор. Вообще мусор. Вызирующего цвета. Так, Маша. В Бургер Кинге отдельно я купила вот такую игрушку. Маша и Медведь. Коллекция фигурок любимых персонажей. И тут такая Маша. Посмотрите на ее реалистичные скулы и очень хорошую прокраску. Она очень мелко проработана, да, она резиновая. Но она очень хорошо прокрашена для резиновой фигурки. Она прокрашена лучше, чем пластмассовая. У нее снизу вот такая штучка. Я не знаю, что это такое. Но это типа как? Надувать, что ли, ее можно? Я не понимаю. Наверное. Либо с водой как-то играться. Не знаю. Но мне она нужна чисто как фигурка. Вот такая красивая Маша. Дальше я купила... Сегодня по пути в школу лисичкины сказки, но я уже открыла, и я знаю, что там. И там у нас ёжик. Я хотела именно ёжика, я его взвешивала. Ёжик весит 58 грамм. Вот история, можете прочитать, остановить, ну, поставить на паузу, прочитать. И вот тут, что внутри. И у меня тут, тра-да-да-дам, ёжик. Кстати, тут очень вкусные цукаты. Ёжик это полая фигурка. У него такие красивые фиолетовые глаза. Сам ёжик очень тяжелый. В руке у него орешек. Вот такая офигенная фигурка. Вот колючки такие, все очень классно. Ну это желудь, не орешек, а желудь. И сама фигурка сделана с тенью. Вот так очень красиво прокрашена, разукрашена. Но немножко упоминает Лилу из Пэтшоп, но сама фигурка мне нравится. Дальше это мне подруга отдала, потому что ей не надо это, она покупала ради еды, наверное, я не знаю. Ну вот, вот такой котенок либо песик, очень классненький, бархатный, вот. Это из коробочки либо про котят, либо про щенков, я не помню. И дальше все мои, ну не все мои, а 8 моих повторных игрушек, которые были в видео, я обменяла на 8 фигурок из коллекции Мумитролли от Confitrate. Первая это мама, муми-мама. Дальше муми.